Я предлагаю копнуть этих по красоте. Уничтожить их? Ну да, просто уничтожь там 6-0, 29-0. Ну это же Барселона. И что? Мы тоже Барселона. Эль Либертадор. Есть такой настоящий стадион? Ну, Джек, мы уничтожили. Победа. Джек, ну ты просил? Да. Просто, они еще даже до игры услышали тебя и такие, типа, не, все, не, все. Лишнее это все. Шанса-то как бы нет. Ну, очевидно, да. Что-то они прочувствовали снова. Мы проигрывали его. А мы это еще будем. Ну, когда нам. Дайте поиграть, плиз. Три победы подряд. Капец, мы на подъемщике. И снова Барселоны, снова Манчестер Сити. Снова мы надеемся, что соперники не убегут от нас. Да, дай бог. Ну давай вот сюда вот туда. Давай. Конец. Твой. И в итоге прибегают вот Пике и забивают гол, и нормально они ставят паузу. Паузу, пацаны. Легчайшая, ну, можно хоть один дивизион хотя бы матч сыграть? Чё начинается? Почему мы всех выигрываем? Четыре победы к ряду. Не, нормально, нормально. Да, порядочек. Учитывая, что тут всего пять дивизионов, мне кажется, мы в первую уже, наверное, сегодня выйдем. Ну эти пацаны зарычкители, это Сутен. То есть так, о, Бавария. Вы-то будете... Интересно, это будет интересно. Блин, я им такие зоны даю классные, приятные. О, йоу! Это не гол! Шерстеген, господи, спасибо, что ты там! У нас там кто-то мертвый лежал. Не знаю, кто-то видел умер. Я-то должен забивать, если это не забью. Нормально, нормально, бывает, бывает. Ну я, ну что, бывает всякое. Тут вратарь потащил, видишь? Нойер же, блядь, 90 сколько? 96? 97 Нойеру, может? Может 98 Нойеру дали? Я же не знаю. 94. У нас это Шерстеген стоит. Бью! Почти, почти! Ну просто Нойер 98,5 там, где я видел. Подача? Я не помню, я навешиваю. Ты. А вот все, Нойер не на подвале как бы получите и благословите. Благословите. Благословенны будьте, дети мои. Ах. На. Хорошо. Угольник ведет нас на путь истины. Суарес. Так, держать, 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 набить. Терштеген, а у нас Терштеген 85. 83, ну ладно. 83. В этом матче 85. Не, 80. А, типа матчдей, да? Понял, понял. 83. Ну и 14 началось. Не, подрезал он неплохо. Ну да, но вратарь был вообще что-то подъехал. А он немец? Крой, 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 да-да-да. Он в чемпионате Германии как раз и играл. И Хумбас. Два уфых, два гола. Ну там не два, немножко больше будет, но все еще. Голы нам сбивают с угловых. Капец, Джек. Да сейчас, сейчас все будет. Надо как-то разобраться. Ну ты че, не жалей! Погоди, 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 погоди. Давай. Ой, потрясающе. Лови банку нафиг. О, что за дела тут начались? Похоронил. Трюку. Похоронил его просто. Ну а че тут, наверное, думаю, 89 тысяч миллионов рейтинг дали, и че, типа, и вот лови. Говорит, я 99. Ой, я пропустил. Не пошло. И что это за пас? Куда он? Может спросим с первых уст. Господин Неймар, куда вы отдавали этот пас? Ну я видел, там Месси бежал, он золотой мяч у него есть там. Пусть бежит, короче. Первый на пас, но он оказался там, где должен был быть. Хочется отпросить защитника правой стороны Маскерана. Это же он был, не? Маскерана, зачем вы бьете по своим воротам? Ну я как бы слышал, у нас Месси есть. Золотой мяч, а вот эта тема. Да, порядок. Бля, ну... Да дайте свисток какой-нибудь. В любую сторону, Риви. Моё. Ну ёпта, обработка. Тащи. Вот самое интересное в этом по всем, это все обработка мяча. Он когда его принимает, он его убирает за километр. Нормально, отыграемся, забудь. Не, ну по центру ударному, серьезно. Не, ну это удар такой. Ну, мог бы, ну хотя бы. Вратаря винить тут нельзя. Меня больше бесит обработка мяча у защитников. Вот кому? Вот видел? Просто выключили нас! Что это было? Я эту кнопку даже не нажимаю. Ну так иногда.
Но мы еще можем 2 гола отыграть, я считаю. Готовься, будет пас. Давай. Хочется раз на прямой трансляции у нас Неймар сейчас. Здравствуйте. Вы бежали по флангу, прошли, и это было дать хороший, точный, мощный пас. Зачем вы отдали пас в никуда? Ну, я когда тренировался в детской юношеской спортивной школе, мне сказали, Неймар, дорогой, стреляй сильно, не думай. Я стрелял, не думал. Спасибо большое, Неймар. Ну, Неймар, спасибо большое за комментарий. Мое. О, это было близко. Ну все, кажется, прогорели мы чуть-чуть. А можно было решить. Ну ладно. Байер это для нас как проклятие. Я не знаю, что с ними делать мы могли. Но впереди-то титул. Вот что хорошо, что мы сейчас титул можем выиграть. Надо бы. Даже несмотря на это поражение обидное. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте проходить в магазин g2a.com. Первая ссылка в описании. Также вы можете получить скидку, используя кодовое слово ЖЭК. Everybody say, everybody.